MyProtein. Оригинальный спортбит MyProtein теперь с доставкой прямиком из Англии. Ссылки на их официальные сайты в описании под этим видео. Постоянные скидки и акции, и поверх них промокод от Спортфазы. 25% на первый заказ и 20% на любые последующие. Доброе утро всем. Еще рано, 9 утра, хотя это, конечно, никому и не интересно. Выключу эту музыку, и это тоже, наверное, не обязательно было говорить. А вообще, я сегодня буду тренировать ноги с двумя довольно особыми гостями. Это просто мозг вам взорвет. Будете what the fuck'ать на протяжении всего видео. Ну или лол. Смотрите, кто там. Потренируемся со старым другом. Просто обычная тренировка старых друзей. Ничего больше. Вот и все. Предвкушаю множество троллей в комментариях к этому видео. Само собой, их будет много. Да, они всегда наготове. Но будьте осторожны, потому что придет маг, и все вы будете застигнуты врасплох. Потому что вы, маленькие кроссфитеры, будете троллить, а потом бам! И маг взломает ваш монитор, и из него польется яркий солнечный свет, и вы превратитесь в камень. Так что слишком много не тролльте под этим видео. Когда ты последний раз здесь бывал по утрам? В 2013-м? Это вообще мой утренний час, но Каллум сегодня тоже здесь, в утреннюю смену. Только ботаны и кроссфитеры по утрам тренируются. Ну и ладно, буду гиком. Сегодня мы делаем ноги, так что, по сути, это единственное, что Камл может тренировать. А угадайте, кто еще тренирует ноги по утрам? И не потому, что так надо, а потому, что он вообще приседает каждый день. Окей, мой максимальный присед 111 килограмм. Это комфортный вес для меня. А Каллум у нас весит 111,5. Мона и Майк в зале. Ух ты прям в маечке, день ног. Встретились два здоровяка. Оу, давайте мне объятия соцсетей. Ты снимаешь? Да, все снимаю. Ну, что делать-то будем? Хочу что-то необычное сделать, может, 2-3 упражнения. Мы посоветуемся сейчас с тобой. Хорошо. Откинься назад, расслабься. О весе сейчас не парься, это разминка у нас. Стопы наверх. Носки немного врозь, упрись пятками. Колени нужно расставить в стороны. И когда тебе захочется свести, чтобы стало легче, не нужно, сопротивляйся этому. Еще я хочу, чтобы ты сфокусировался на амплитуде движения и глубине. Давай, начинай. Смотри, когда не полная амплитуда, больше работают квадры. А в нашем варианте больше работают ягодичные и бицепс бедра. Да, я именно их и чувствую больше. Да, вот это, кстати, интересно. Смотри. Когда я делаю разогрев, разминочные подходы, я вообще не считаю ни повторения, ни подходы. Просто работаю, пока нервная система не привыкнет к весу. Когда разогрев более интенсивный, мы растягиваемся лучше с хорошим весом. Вот то, что мы сегодня делаем. Это своего рода атлетизм. Когда я 30 лет работал в гладиаторах, я же не качался как бодибилдер. Сначала был функционал, и потом из этого уже бодибилдинг. Вероятность травмы снижается, ну и ты постоянно можешь прогрессировать, развиваться. Так, не спеши. Не знаю, видно ли вам, ребят? Видите, как трясутся колени? В этом вся суть. То есть мы делаем упражнения сложнее. Мы тренируем ноги, а не эго. А так бы мы 1000 фунтов бы навесили сюда.
Давай, вставай. Вот это печет, блин. А теперь ты приседаешь с кем-то из нас. Я выбираю Каллума. Серьезно, меня? А ты разогрелась? Горячая уже, такая как надо. Подстрахуешь меня, Майк? Да, да, страхую. Я не могу. Очень даже можешь. Отлично. Ты сможешь, давай, сможешь. Так, хорошо, хорошо. Я спускаюсь. Все, опусти меня, отпусти. Ты знаешь, что я часто с пауэрлифтерами тренируюсь. Так вот, в их движениях очень много скорости и инерции. Если это убрать, силовые падают катастрофически. И возникает вопрос, почему это происходит. Смотри, как они жмут. Вот. А давай сделаем 400 фунтов, но с паузой. Все, уже не такие показатели. Слушай, а ведь ты все это делал, да? Пауэрлифтинг, бодибилдинг, футбол, единоборство. Практически все. Фитнес тоже там, это модельные дела. Смотри, что мы сейчас делаем. Давай, Момо, запрыгивай. Вот смотри, в чем разница. Здесь мы будем ощущать колени, будем укреплять их. Не переживаем за бедро здесь совсем. Все усилия на колени. Стопы в самом конце платформы. Да, это ставит нас в тяжелые условия, колени выходят за носки. Остановись, напряги мышцы, еще, опустись, остановись, вставай, давай еще один, вниз, остановись, вставай. Ребят, я знаю, что вы скажете, что колени выходят за пальцы, а что все такие хрупкие, что не могут ни корпус вперед наклонить, ни колени вперед отпустить. Если все время ставить себя в максимально комфортное положение, ты точно получишь травму. Потому что как атлеты тренируются? У них постоянно смена направлений, они не знают, какая у них будет позиция. Когда мы делаем упражнение, неважно какое, если ты застрял в чем-то, нужно начать отрабатывать слабое звено, свою слабую позицию. И прогресс снова сдвинется дальше. Сколько ты уже тренишь? Не знаю. Много. Много лет уже. 15, что ли. Ну, мне еще пару лет догоню. Слушай, на самом деле очень круто, что ты такой большой и в то же время гибкий. Боевые искусства. Да, боевые искусства, все оттуда. Я гладиатор, детка. А ты можешь делать шпагат? По-любому можешь. Ну, могу такой продольный. А китайский? Нет, такой не могу. Оставим это Ван Дамму. Да, сумасшествие. Слушай, если честно, у меня такое ощущение сейчас, как будто я снова школьник. Серьезно, как ребенок. Ну отлично, могу тебя научить чему-то. Да, мне это нравится. Видишь, разница какая? Концепции, когда ты бодибилдер, да? С одной стороны, я понимаю, как бы, все это знаю, как качаются бодибилдеры, как я сам качаюсь. Я каждый день прихожу и тренируюсь на этих же тренажерах, ну, не каждый день, каждую неделю, да, допустим. Но я делаю это совершенно по-другому. Другие мышцы прорабатываются, другие части их.
А смотри, если ты работаешь над своими слабыми составляющими, какими-то выпадающими частями, связками, там, суставами, насколько ты спрогрессируешь в основных своих движениях? В этом-то и весь прикол. Меня постоянно спрашивают, как ты постоянно прогрессируешь. Я всегда возвращаюсь к истокам, к базе и постепенно улучшаю свои выпадающие стороны. Если ты, например, жимовик, да, и все, что ты делаешь, это только жим лежа. Так это не работает, нужно делать все остальное. Вот оно помогает как раз прогрессировать. Этим движением ты так усилишь свои колени, что и приседать будешь больше, уж поверь. А вот оно в чем дело. Мне на руки нужно такое сделать. Охренеть можно. Еще один такой подход, и меня можно выносить отсюда. А как же выпады? Не, это без меня уже. Хорош. Жесть. Гляньте только. Даже ущипнуть не за что. Да, поехали. Офигеть. Давай, давай, покажи ноги. Не могу даже вставить, напрячь их не могу. Глянь только, а. Смотрите на бицепс бедра. Немного здесь бицепса бедра. Да, конечно, немного. Да, есть, есть немного. А ну-ка развернись. Давай посмотрим сзади. Ноги, задницу. Ты можешь вообще затмить солнце нахер своими бедрами. Офигеть. Что это вообще? Что это? Я такое не видел никогда. Теперь вы знаете, почему я всегда одетый. Да потому что ты всех распугаешь своим видом. У тебя уже одно из лучших тел в мире, ты же понимаешь. Но можно и лучше. Ну, всегда можно лучше. Это как раз то, чему я и учу. Всегда есть то, в чем можно улучшаться. Всегда можно добавить какую-то изюминку. Блин. Это только начало, ребят. У вас большие проблемы у всех. Давай, мне нравится. Да, я тоже сам в восторге и жду не дождусь уже. Я годами тренировался сам. И сегодня столько всего для себя узнал, открыл. Думаю, это может реально изменить мою форму.